Окупанти заявили, що Крим атакували 9 безпілотників, а УГУР кажуть, що йде важлива фаза, і закликали мешканців Криму уникати військових об'єктів. Ми бачили вибухи, да, аеродроми, залізниці. Що далі? Що може стати черговою ціллю? Ну, Буданов затейник в этом смысле, потому он может там себе придумать что угодно, тем более он же обещал весной быть в Крыму, кофе пить в Ялте с кем-то там с подалеком. Я думаю, они там сейчас это делают уже с мая месяца, их просто никто не видит, но это как суслики. Их не видно, они есть. Вот то же самое сейчас проходит и по Крымскому полуострову. Разведка, это как раз... Это я сарказм, конечно, но разведка так работает. Это вот разведка, это суслики. Их не видно, но они есть. Потому наша разведка работает в Крыму, выполняет боевые задачи разведки до разведки, корректировки и уничтожение логистических цепочек поставки продукции, военной продукции. То есть вот летят под откос поезда, рвутся мосты, рвутся, подрываются железнодорожные пути. То есть вот это работа разведки. Ну, естественно, и заход беспилотников по Крыму, по военным объектам в Крыму. Причем, насколько я понимаю, раз такое предупреждение есть, значит, впереди заход не только беспилотников, скорее всего, заход и ракет, а это уже по полтонны боевой части. А полтонны боевой части, когда заходит, допустим, на подразделение или военное подразделение, либо, допустим, на топливоприемник любого плана, это очень большие проблемы. И эти проблемы могут возникнуть у гражданского населения, потому очень грамотно предупреждает, причем это все согласно международных правил применения оружия, особенно мощного оружия. То есть предупреждается сначала население гражданское о том, что будет применено тяжелое оружие по военным объектам. И есть определенная санитарная зона таких военных объектов, ближе к которой лучше к ним не подходить. Вот оптимальный вариант за полкилометра до военных объектов даже не парковаться, не то что уже подъезжать. Ну, это крымчане сами прекрасно знают. Там около 150 гарнизонных военных объектов. Вот по ним, скорее всего, будут наноситься сейчас удары нашими дальними средствами поражения. Валерий Григорович, а коли мы можем зайти в Крым? В Крым мы можем быть на конец лета. Я думаю, формирующие операции будут еще проводиться по к Запорожскому фронту, ну, может, еще неделю, ну, до конца месяца точно, там уже будет намечено несколько направлений прорыва. Движение в сторону Азовского побережья и к северу Крыма займет месяц-полтора, не меньше. Я думаю, и подсохнет в начале июля, подсохнет почва после разлива Днепра, Каховского водохранилища. Там также можно будет выполнять наступательные операции в сторону Крыма. Вот где-то на конец августа, на конец лета, я думаю, мы уже можем подойти к северному Крыму, заходить в Крым, в район Джанкоя, допустим, там, или проходить Армянск.